коллеги, товарищи, хотел бы еще раз, наверное, не буду не похож на других, поздравлю всех с праздником. Считаю, что это действительно большой праздник, большое достижение для всех. И, наверное, в первую очередь хотел бы поблагодарить и поздравить профессорско-преподавательский состав, который очередной раз выполнил с достоинством свою задачу, работу. Спасибо. Обращаюсь к выпускникам. Вас поздравляю с присвоением первого офицерского воинского звания, лейтенант. Желаю вам успехов. Хотел бы, как напутствие, пожелать вам, чтобы вы всегда помнили, что за вашими действиями либо бездействиями стоят люди. Люди, ваши родители, которые вас воспитали и вложили в вас свои силы и душу. Профессорско-преподавательский состав и наставники, которые также все свои знания и умения попытались и уверен, что получилось передать вам. Люди, которые будут пользоваться вашими действиями либо бездействиями, технически грамотными и обоснованными. Прошу об этом всегда помнить, за вами ответственность. Желаю вам удачи и успехов. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы присоединиться к этому празднику в части того, чтобы поздравить еще и заказчиков, к коим относимся и мы, система военных представительств, управление военных представительств, потому что мы приобрели 28 квалифицированных специалистов. Как говорится, в нашем полку прибыло. Всем удачи. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемый Александр Александрович, я прошу вас пройти в зрительный зал.